Добрый день, сегодня будем менять стекло сенсорное на айфоне 3GS и кнопку Home. Видите, стекло работает, но оно треснутое. Кнопка Home не работает. Открываем телефон. Снимаем экран. Присоска не хочет. Открываем вот таким образом. Соединяем шлейф. Снимаем экран. Шесть болтиков. Соединяем экран от стекла. Включаем фен. 350-400 градусов я ставлю. Вот у нас кнопка Home, которую мы поменяем сейчас. На новую. Греем стекло снизу. Снимаем. Еще греем. Она у нас на двустороннем скотче. Наверху. Снимаем. Очищаем посадочные места от старого силикона, скотча. Поближе. Теперь низ. То же самое очищаем, снимаем старый силикон. Чтобы стекло прилегало плотно,
Снимаем кнопку Home, которая у нас не работает. Ставим новую. Немного ее выровняем, чтобы она по центру стояла. Ставим на место. Далее вот такой двусторонний скотч клеим. Специально уже готовый для третьих айфонов. Есть такой же для четвертых. У кого такого нет, можно просто вырезать двусторонний, взять двусторонний скотч, вырезать приблизительной формы. Ставим новое стекло. Прижимаем. Чистим экран от пыли, снимаем пластик, ставим экран. Собираем. Это контактирующий конец кнопки Home. Он тоже на скотче у нас на двустороннем. Шлейф динамика вставляем. Стекло, экран. Все работает. Кнопка Home. Стекло. Все, собираем, закручиваем. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Удачного дня!